Дорогие друзья, здравствуйте! И снова канун Нового года, и снова ни с чем не сравнимое праздничное настроение. В детстве мы все ждали этого праздника. Вместе с родителями собирались у елки и верили, что придет Дед Мороз и сделает нашу жизнь лучше и ярче. Прошло время, ничего не изменилось. Это такой же волшебный период. С одним маленьким исключением. Мы и есть тот Дед Мороз. Наши слова, мысли, решения, действия формируют будущее для нас и наших близких. Чем старше мы становимся, тем больше берем ответственность за свое счастье, а не отдаем его на откуп случая. Это и есть зрелость. Я хочу всем пожелать ярких эмоций, счастья в глазах близких, уверенность в завтрашнем дне. Пусть жизнь будет яркой, а смысл наполненным. Всегда все зависит только от нас самих. С наступающим Новым годом!